Всем привет! Давайте с вами разберем три видюхи, которые я приобрел. Вот, это я купил за 1500. Это MSI 9800 GTX Plus. Вот, довольно легкая. Как бы написано, гейминг серия. Длинная. Пин требуется 8 плюс 8. Достаточно много для данной видеокарты. MCI делает неплохо. Вот, разъемы нет, HDMI есть, только переходник, который можно втыкать HDMI, да. Вот, конечно, неудобство, что она большая, закрытая, и у всех этих видюх есть проблема, то что она референсная, или как она там называется, то что здесь вот кулер один и радиаторы стоят здесь, при этом, как бы сказать, дорогие друзья, она обдувает в закрытом состоянии. Если мы это снимем, конечно, можно любую поставить. Мы это все прекрасно понимаем, что можно снять вот эту крышку и поставить хоть сюда 2-3 кулера, будем так это называть. Карта с 512 мегабайтами. Вот. Следующая видеокарта, это довольно хорошая, я ее приобрел за 2000. Вот. Она тоже довольно неплохая, вот здесь вот даже немножко у меня подтерлась, есть такой вот скоб, ну, потому что когда я ее вставлял, она прям максимально, у меня корпус ATX, он небольшой, и вот здесь вот немножко потерло, но это ничего страшного, потому что это здесь в основном просто никаких шлейфов нету. Карта с 256 мегабайт, 250 бит, извиняюсь, на борту, X2, то есть двойная. Также два чипа, вот они. При этом у нее есть, они не очень приятно находятся, они находятся не сверху, как вот у 9800. А вот так вот сбоку, вот вы видите, это 6,8 и плюс 6. Карта достаточно тяжелая и тоже громоздкая, ну, длинная, в районе 27-28 сантиметров, нежели, можно сказать, о третьей карте. Это 8800 GTS Alpha Dog Edition, но это от XFX. Вот. Она вообще легкая, но это не удивительно. И во-вторых, она также имеет один кулер, на борту 512 мегабайт. Вот. Довольно неплохая, имеет только 6 пин. Вот они. И самое главное, то что дизайн у этих карт абсолютно неплохой. Если MCI это от NVIDIA 9800 Radeon, и вот такая вот карта. Извините, конечно, у меня нету в данный момент сейчас видеокарты 3870X2. Вот. Вот. Так что я что-то неправильно поставил, что ли? Сколько она не стоит. А, вот так вот. И это, как он называется, что я могу сказать о этих видеокартах, что в данный момент по тестам я тестил 8800 GTS, могу сказать, что она в GTA 5, многие скажут, зачем ты сравниваешь эти видеокарты 10-летней давности, грубо говоря, да, когда они вышли в GTA 5, но могу только одно сказать, потому что мне интересно было, как будут проводиться тесты на этих видеокарт. Не тестил я только MCI 9800 GTX Plus. Вы знаете, была 9800 GT, GTX и GTX Plus есть. Вот. Еще не хватает, конечно, по видеокарте 8600 Ultra, 768 мегабайт на борту видеопамяти. Тоже один кулер. Ну, и опять же, я говорю, это делалось в то время. Сейчас вы можете хоть снять, пожалуйста, как говорится, саму вот эту защитную фигню, поставить туда
хоть два, хоть три кулера вот таких вот, да, и вам будет счастье. Вот. В интернете я увидел 4870 X2. И не только когда покупал вот именно вот такую, да, вот, еще видел, как говорится, которые с двумя кулерами от Полита, если я не ошибаюсь. Но покупать от Полита с двумя кулерами, конечно, хорошо, она более обдувается и все такое, но зачем брать ту карту, которая мне неинтересна? То есть я мечтал о той карте в то время. А 9800 тоже, как бы, я слышал очень многие. А 8800 Ультра, ну, Ультра там была, в интернете продавалась какая-то багованная, но сразу предупредил человек, что у него она там перегревается на, как он называется, на мониторе есть такие полосы, то есть я не стал брать, потому что бесполезно. Я только не тестировал 9800. Во-первых, громоздкая карта, еле-еле я эту заманался вытаскивать, дорогие друзья, 380, она еле встала. Там можно вставить, но крутить вот это, подкручивать угол, чтобы как-то ее вставить, это просто нужен корпус, да, большой, и больше расстояния. Потому что такие громоздкие карты сейчас делают, что хорошо, что мой корпус еще вот эту и 390, как говорится, можно поставить. Ладно, давайте говорить о тестах. Протестировал я 8800 GTS. Вот. Могу сказать, что это видеокарта с 512 битами, как я уже сказал. И, к сожалению, она... Я там поставил чуть разрешение 800 на 600, но потому что ставить больше это смысла нет, но она просто не потянет. Вот. Некоторые задавали, вот один человек задал вопрос, 9800 лучше, вот именно это, и тем более даже не это, а GT. А чем лучше, я так и не понял. Во-первых, у этой видеокарты 512 бит, хоть и X2, да, то есть 256 плюс 256. У этой просто 256, если я не ошибаюсь. Вот, и, дорогие друзья, она не может быть лучше, потому что у нее и память хуже. Я имею в виду 512 вместо 2 гигов. Вот. А у этой 2 гига. Хотя в интернете очень многие оверклокеры говорят, да, там, люди, которые разбираются в компах, может быть, а-ля, да, говорят, что у 4870 X2 нету. Ну вот нету у нее 512 бит. Я вот так вот пообщался на форуме и сказал, почему нету. Она 512-битная, на коробке даже пишут, они мне объясняют, ну, она 256-битная. Или меня троллили, или еще что-то. Но на сайтах я сидел в Overclockers и спрашивал людей мнение, да. Они мне говорили, что 4870 не может быть X2 512-битная. Ну, как она не может быть, если она один чип, видеочип 256, и другой. А, как мне сказать, они не суммируются. Если они бы не суммировались, у меня бы там показывало 1 гигабайт вместо 2. Там показывало 2. Вы сами все видели, ролик можете посмотреть на YouTube, есть проверка 4870 X2. Вот. Во-вторых, если они имели в виду, что она будет работать один чип на 256 и другой чип на 256, это одно дело. Ну не два чипа на 256. А то, что они двойные, это понимаете, это как две видеокарточки. 4870 вы ставите в Crossfire, потому что SLI это для NVIDIA, а Crossfire это для IP Radeon. Вот. Что я еще хотел сказать, то что именно вот эта вот карта в свое время была очень мощная. И сейчас даже на тот момент, когда я проверял и Crysis на ней, BioShock проверил, я не все в обзоре показал, я проверял, она не тянет только Doom и Mafia 3. Ну, я просто запускаю, знаете, и мне выдают ошибку. Просто ошибка программы, и все, и закрывается. То есть окошко такое. Ну, знаете, когда ошибку выдает, типа не может запустить. Или бывает такое а-ля, типа I'm sorry, видеокарт там, no detected там и так далее. Во-первых, почему не запустилась на 4870 X2? Повторяю, карта 2008 года, если я не ошибаюсь, она вышла. Не запустилась Мафия и, естественно,
дум. Вот, а когда спустился? Во-первых. Потому что карта старая, это не надо забывать. Она старая, да. Она уже почти уже 10 лет. Ну, с 2008-го 9 лет прошло. Сколько там? Ну, почти 10 как рублей. Вот. Во-вторых, у нее директриз 10 и 1 только. Может, дум. Я так в подробности в интернете не смотрел, мне не очень интересно было. Вот. Я думаю, просто она не поддерживает просто дум и Mafia 3, нужен DirectX 11. Я вот не знаю, я оставлю обязательно комментарий под этим видео, чтобы вы писали, ну, нормальные ребята, которые разбираются в железе, обязательно пишите именно свои комментарии по поводу вот этого, что я скажу. Кто действительно знает, другие комментарии я просто буду удалять, кто будет не по теме писать, да? Вот. Мне интересно узнать ваше мнение. Обязательно прочитаю все комментарии, посмотрю, что вы по этому поводу скажете. Вот. И, может быть, можно запустить, но это надо там, понимаете, я дрова к этой видеокарте очень долго искал. Именно к этой. Это сразу у меня к 8800 сразу как-то установились, даже я их и не искал. В диспетчер задать зашел, раз, обновилось, пошли, все, установились. К Radeon, последний драйвера, если я не ошибаюсь, были в 2013 году. Захожу на сайт Radeon, ну, вот знаете, где драйвера, и, к сожалению, я там не нашел для этой... А, нет, я там нашел, кстати, эти драйвера для видеокарты 4870X2, но перед этим я там запускал программку, которую сама ищет. И, к сожалению, не нашла. Вот. Мне пришлось искать драйвера и вообще даже в интернете. Они даже нету на сайте, кстати, извиняюсь. Это я на сайте автоматическое определение драйверов на AMD сайте. А мне пришлось искать в каких-то недрах интернета драйвер для видеокарты 4872, какой-то там за 2013 год, какая-то там вообще старая, в общем. И действительно, а то так, знаете, экран был на 1280 на 1024, что ли, и дальше не делался. У меня Full HD, 27 дюймов монитор, и понимаете, как бы мне пришлось только таким способом поставить драйвера, найти, как вот, извините, у меня что-то в горле засохло. Так что, что я могу сказать? То, что в данный момент 8800, конечно, не предназначен. Она запустила GTA 5, это как ни удивительно, но она не предназначена для игр такого плана. 4870 сделала свое дело. Она на 1920 на 1080, как ни странно, запустила на Full HD. Остальные настройки нет смысла ставить, потому что, ну, и так 20 FPS выдавала. Это на стандартном, без сглаживания. Это то же самое, только на 800, на 600. Ой. Чуть не упал. Вот. И, а эта видеокарта, что я могу про ней сказать? То, что она, конечно, мощная, вроде как бы для того времени. Но 512, извиняюсь, бит, это уже все. Это хоть 2-гиговые, а эти уже по 512. Даже если вы поставите 8800 GTS 512, это будет все лишь гиг. Она все равно не вытянет 4870, как бы ты ни крути. И вот у меня такой вопрос сюда, опять вернемся к этому вопросу, что мне говорили, что у 7870 видеокарточки, ну, не суммируется, как он называется, не суммируется память. То есть 256 мегабайт. Я вот это вообще не понимаю. Ну, не зря ведь на коробке пишут 512 бит, то есть 256x2, то есть два чипа работают на 256. Какая память не суммируется? Да, одно, это одно и то же, что вы лошадь, представьте, лошадь запрягли, и вторую лошадь. Какая будет лошадь бежать быстрее? Одна или две? Ну, я имею в виду с тележкой, да? То есть две будут, мощь будет. Вот здесь так же. Ну, почему-то в интернете оверклокеры пишут какую-то ерунду, если честно. Они пишут, что она все равно на 256 работает. Ну, объясните, почему на 256? То есть, одно ядро на 256 или два ядра на 256? Я вот, знаете, вот смешно, я вот этого не могу понять.
Естественно, они работают каждый по 256. Получается, как две видеокарты, только в одной, как Crossfire. Даже тесты смотрел 4870X2, двухчипа вот такая, и две видеокарты в Crossfire 4870. Они были почти наравне, но эта видеокарта была на 2-3 FPS лучше все равно. Так что вот эти вот ля-ля-то-поля мне не нужно говорить, я вот все знаю. Так что я считаю, что для того времени 4870 была мощная карта. Вот. И даже поборется еще с некоторыми играми, которые выходили. Ну, не все ведь мощные игры, да, там, как Мафия. Ну, Мафия, во-первых, это глючная игра. Давайте об этом не будем говорить. Doom 3, ой, Doom просто вот этот, ну, будем говорить по цифре 4 вообще, Doom, он мощный, да. Здесь уже, если бы потянул, я бы вообще офигел. Может быть, можно как-то там с драйверами сделаться, еще как-то, может, можно как-то запустить, но я этим не занимался. Очень сильно шумит. 8800 шумит не так сильно, в 4870 очень сильно шумит. У нее на оборотах 60 уже такой звук, что сейчас улетит компьютер, системный блок просто взлетит и улетит в окно. Понимаете, очень сильно шумит. Но я еще раз говорю, всегда можно поставить вот эту крышку, она всегда снимается. Можно поменять систему охлаждения, хоть вот там 4 кулера поставьте, как говорится. Ну, это, конечно, бред, но 3, да? Вот, и все. Вон, от Полита есть 2 кулера. Почему я не взял? Потому что это оригинал. В каком плане оригинал? Ну, я именно вот эту хотел, она мне нравится. Просто стиль, дизайн и вот этот весь класс. Я считаю, что на первом месте 4870X2, на втором месте, хоть я не тестировал, но она все-таки мощная достаточно карта, это 9800GTX+. Ну, на 8800GTX на третьем месте. Если была 8800 Ultra, конечно, она здесь бы наравне была. На равне 4870X2 вроде карты, если не ошибаюсь, 280 и 295. Вроде 280 проигрывает, 295 наравне. Но не забываем, что, если я не ошибаюсь, 295 вышло после 4870X2. Вот такие дела. Спасибо вам за внимание. С вами был Озон, и я рассказал про эти видеокарты того времени, о которых мы с вами мечтали. Кто-то хотел их купить, у кого-то они были, кто-то до сих пор мечтает, и я тоже о них мечтал, но, к сожалению, не мог приобрести. У меня была в 2008 году видеокарта 2600 Pro, AT Radeon 2600 Pro, 256 мегабайт. Конечно, она старенькая, но она тянула на тот момент на высоких 20 FPS при AMD 5000+. Каждый игрок по 2.6, ну по 2.5 там, да, ну 2.6 вроде было, 5000+, да, кто знает какой процессор, и оперативка 2 гига тянула Crysis. Вот, потом у меня появилась 4850, видеокарточка, довольно неплохая, потом появилась, я купил, собрал уже ком в 2012 году с i5, который у меня до сих пор стоит, и 7850. Очень сильно карточка от Color, но, к сожалению, не доставала она тогда то, что хотела, и все-таки она устарела уже. А на данный момент, потом я появился 7870, 2 гигабайта, очень сильно карточка от Gigabyte с тремя кулерами, к ней претензий вообще нету, она очень мощная, сильная, и прошла тест просто на ура, как говорится. Вот. И в GTA натянула все, и, ну, конечно, на высокие или очень высокие уже не поставишь, перебрасывает на 2 гига. Что, нежели касается новых карточек, таких как R9390 и других, там уже да. Конечно, 4 гига сейчас смысла брать уже нет, дорогие друзья. Если для нашего времени берете, берите 8 гигов. Неважно какую, 1070, 1080, там, ну, они вроде на все 8 гигов. А брать уже на 4 смысла нету. С вами был Озон, до новых встреч. Пока. Пиши в комментариях.